Самый дружелюбный к биткоину город находится в Нидерландах. Арнем, город, расположенный в восточной части Нидерландов, все больше привлекает внимание поклонников биткоина. В 2014 году здесь был запущен проект по преобразованию структуры города для работы с биткоином. Сейчас в Арнеме используют криптовалюту большинство заведений, от мазутных станций до ресторанов, от книжных магазинов до гостиниц. Во многих магазинах и ресторанах города для клиентов, которые оплачивают услуги биткоином, делают скидки. Жители Арнема отмечают, что преимуществом такого способа оплаты является ее быстрота и отсутствие посредников. Планируется, что количество мест, где можно будет расплатиться биткоином в городе, будет лишь увеличиваться.